Ben, ja mister Ben, я стала очень скучно. Я не могу выбрать, что мне сейчас делать. Или послушать музыку. Гангам стайл, гангам стайл, гангам стайл. Или посмотреть все серии Total Драмы «Остров Пакитас». Я Крис, самый-самый лучший. Или во тьме ночной при свете дня. О, пончик, я люблю тебя. Или съесть пончик, как Гомер. Пончик ешь, я сказал. Нет, я вам советую смотреть Total Драму «Пакита Остров». Какой? Гангам стайл. Только пса и только гангам стайл. Наверное, надо будет помощников выбрать мне. Так. О, сколько тут книжек. Ух ты. Надеюсь, мне подскажут, что я могу сделать, когда мне скучно. Ну все, я пошел в путь. Такс, ну. Оля. Оля. Что Оля такое? Что за Оля? Ага. Эта книжка мне советует слушать песни. Ясненько. На разных языках разные песни. Ясно. Первый балл за песню. А ты что посоветуешь мне, Маша? Ага. Значит, Маша советует мне съесть пончик. Пончик, ясно. А ты, Фиксик? Испаники, сейчас все починю. Добиш, все готово. И вообще, ты брат, классно. Дим Димыч, может, дашь в приставку поиграть? О, что Фиксик советует? Играть. Играть в игры. Ну нет, не нравится мне в игры играть. О, Молния Маквин, что ты мне посоветуешь? Куда поехать и что делать? В Японию. И что там делать? Сумо. Посмотреть сумо. Ага, бои сумо. В Италию посмотреть Рим. Колизей. И Пизанской башни. А может лучше пиццу и спагетти покушать? Да. Ага. И Великобританию. Смотрите, Биг Бен. Биг Бен. Не надо, я сам из Великобритании. Я этот Биг Бен каждый день вижу. Так, что и чем еще заняться? О! Обведи по точкам подводную лодку. О, подводное путешествие. Это интересно. Нарисуй след от ракеты. Отправиться куда? В ракету, в космос. В космос. Космическое путешествие. Это тоже интересно. Обведи гоночный болид, который первым пришел к финишу. Посмотреть соревнования формулистов. Ясненько. Нарисуй рельсы и шпалы для поезда. Ехать на... поезде. Куда? Веллингтон. Веллингтон, Новую Зеландию. Интересное занятие. Так, а вы, мультяшки, что советуете? Мультики смотреть, да? Да. И про что? Р. Про русалочку. Про русалочку? Не, не хочу. П. Позже паровозик из Ромашково. Ну, я вырос уже из паровозиков. Твердый знак. Подъезд. И. Сыр. Мягкий знак. Мышь. Про мышей. Нет, только не про мышей. Я боюсь мышей. Так, ну, Лунтик, что мне делать? Песни поять. Ага, слушать песенки. Ага, и искать себе друзей. Ясно, ладно, спасибо. Так, тут кого мы спросим? Такс. Пойти в концерт. На концерт. Клоун. В цирк. Сходить в цирк. Вау, круто. Тургайд. Тургида. Взять тургида. Пейнтер. Леонардо да Винчи.
посмотреть картины Леонардо да Винчи, да. Водитель. Взять водителя и попутешествовать по городу. Teacher. Учительница. Какая школа? Не видишь, я уже большой. Так, ладно, посмотрим в айфоне, что нам в айфон скажет. Disney Hotels, это что такое? A Disneyland Resort, Париж. А, понял. Это из Париж. В Париже поселиться можно в отеле. Fresh Flow, а это что? Flash, группа Flash. Этот. Ясно. Так, пошли дальше. Nestle, скушать? Ой, мне очень вкусно. Мне очень нравятся шоколадки. Ням-ням-ням-ням-ням. Ты ешь ролло. Это такая труб-конфета. Труб-конфета, да? Вау. Труб-конфета. Трубочная конфета. В трубочку. А это что, France Television? Смотреть французское телевидение? Да нет, я смотрю английское. Только английское телевидение. А это Love Story France. Да не хочу я во Францию. Мне там не нравятся французы. Они такие странные все. В Франции живут одни негры. TMF, а это что такое? Бельгийский музыкальный канал. О, послушать музыку в бельгийском музыкальном канале. Что еще можно сделать? Ну, последний iPhone. А это что? Футбольный клуб Бельгии. Посмотреть футбол? Не, мне не нравятся спортивные игры. Лучше я съезжу к Испании посмотреть танго. А потом в Великобританию посмотреть дудилки. Так, а потом Франции моду посмотреть. Нет, не хочу я в Францию, я же сказал. Так, чем еще можно заняться? Так, слушать песенки. Песенки. Павлин. Слушать, как поет павлин? Не, не хочу, надоело. Что тогда? Есть пончик. Ракушка. Нет, не ракушку. Пончик есть. Смотреть тотал драму. Тигр. Тигр, не, я боюсь тигров. Ах, ну а что вы мне в мультяшке посоветуете? Где Фунтик? Фунтик. Где мой поросёнок? Искать Фунтика? Да. Ну сейчас быстро найду. Хорошо бродить по Он бродяжничает. Слышите? Он бомжует. Он бомжует. Он бродяжничает. Он жрет карамельки. Я преступников Фунтиков я не знаком. Он ворует карамельки, а потом их жрет. Заяц. Что такого смешного сказали? Я сказал, что не Тедди следит за тебя. Тедди? Какой Тедди? Это я слежу. Я. Волк. Пока, волк. Вот. Может быть, песенки принцесс послушать? Интересно, но... Но я ничего не понимаю, что она поет. Эй, принцесса, сходи к логопеду. Она сказала, ой, что это такое? А я не понял. Так, ну давай зеркальцу спросим. Зеркальце, скажи, да все правду доложи. Где интересно можно делать? Проводить время вместе с принцессами. Например, русалочку. Белоснежку. Белоснежку. Танцовывать. Да, танцевать в замке. Круто. А ты чё, бабка, смеешься? Навязалась вы. Навязалась бабка тут. На тебе яблоко. Жри яблоко, сдохни. Так, о, Винни. А чем можно заняться интересным? Танцевать. To dance. О, это интересно. А потом что? Спать. Спать. To sleep. Ну все, ладно.
А потом есть, надеюсь? Танцевать. Опять танцевать? А потом? Спать. Что? Sleep. А потом? Танцевать. Опять танцевать? Ну сколько можно танцевать? Я так много не выдержу. Нет, нет. Так. Тихо, молния. Так, что у нас тут такое? Мультяшки. Ну, какой нам мультик посмотреть? Мамонтенок. Не, я не смотрю про мамонтов. Черепаха. Черепаха. Это пляжная песенка. Юнга. Юнга? А, отправится в путешествие. Яблоня. Нет, не буду кушать. Не буду яблоки кушать. Они сырые. Сырые. Они ядовитые. Надо яблоки посырить. Тихо. И бабка смеялась. Бабка, тихо. Я не ем твои яблоки. Ну, Дед Мороз, давай подарок. О-о-о-о. Подарок давай. О-о-о, ты был хорошим мальчиком. Ну, давай мне подарок. Будет танк. О, не, мне лучше нравится моя машина. Моя мистер Биновская особая машина, с которой я могу путешествовать вокруг света, побывать... Индейцем. Съездить... В Африку. В Африку, в джунгли. И в Мексику поехать. Вот. О, а потом приехать обратно и посмотреть. Барбоскинов! Хе-хе. Так, сейчас мы выберем, какой самый там лучший характер. Роза. Роза. Лиска. Лиска. Генка. Генка. Малыш. Пожалуйста. Не, мне лучше нравится рыбка. Рыбка, которую я спасал из фонтана, которая жила у меня в аквариуме. Ну, ясненько, много интересного я что узнал. Сейчас остался главный эксперт. Кто мне скажет, что нужно делать? О, привет, Стив. Не могу, я пошел в школу учиться. В школу учиться? Ну, посмотрим. Значит, все-таки тотал драма. Ясно. Все-таки тотал драма. Смотреть тотал драму. Вау. Это игра. Значит, и смотреть можно Total Drum, и играть тоже? Да. О, круто. K.O. А, и не надо никакую Японию ехать на сумо. Круто.